как вести себя с ребенком, который получил термический ожог? Первое. Профилактика травмы у детей – это то, в общем-то, к чему мы должны стремиться, потому что детский травматизм зачастую – это невнимательность нас, родителей, в первую очередь. Поэтому для того, чтобы оградить ребенка от возможности получения ожога, нужно помнить следующие такие достаточно простые правила. Первое правило. Все горячие жидкости должны быть вне зоны досягаемости ребенка, который ползает, бегает, ходит или может до этой жидкости дотянуться, а ребенку интересно, и он обязательно постарается это сделать. Горячие поверхности, такие как поверхность духовки, такие как ложа утюга, подошва утюга раскаленная, должны быть недосягаемы для ребенка. То есть ребенок не должен находиться в зоне, где возможно воздействие вот таких достаточно серьезных обжигающих или повреждающих термических предметов. Если все-таки такое несчастье произошло, первое, что нужно сделать и о чем нужно помнить. Одежду с ребенка нужно снять сразу. Если одежда не снимается с ожоговой поверхности, а такое может быть даже при ожогах второй степени, ни в коем случае одежду с ожоговой поверхности срывать нельзя. Ее нужно аккуратно обрезать вокруг пораженной зоны, не пытаясь сорвать ее с ожоговой поверхности. Следующее. Ожоговую поверхность, и запомните, пожалуйста, не всего ребенка, а только ожоговую поверхность, то есть то место, которое вы подозреваете в плане поражения высокой температурой, необходимо охладить. Дело в том, что повреждающее действие термического фактора продолжается, если он находится на коже. Поэтому, охлаждая вот эту вот обожженную горячую поверхность, мы ускоряем процессы охлаждения кожи, соответственно, глубина поражения термическим фактором уменьшается. Как же мы можем это сделать? Самое простое – это поместить обожженную поверхность при условии, что нету повреждения кожи, то есть, что пузырьки целые и не лопнули, поместить эту конечность под проточную воду. И заметьте, пожалуйста, лед мы не используем, ледяную воду мы не используем, достаточно температуры проточной воды из крана. Что еще можно использовать для охлаждения? Можно использовать специальные охлаждающие гели. Они продаются во всех аптеках, и желательно, конечно, чтобы в домашней аптечке они тоже были. Нужно запомнить, что покрывать ожоговые поверхности термоизолирующими средствами нельзя ни в коем случае. К термоизолирующим средствам относятся все густые массы, а также масла. Поэтому обработка поверхностей густыми такими массами, как мед, например, или маслами, нельзя, потому что это усугубит травматическое повреждение при ожоге. Чем опасен, в принципе, ожог? О чем нужно помнить? Ожог опасен не только местными повреждениями, он опасен не только возникновением пузырей, болью, которая очень сильно беспокоит ребенка, он не только опасен возможными косметическими проблемами в будущем при заживлении раневой поверхности. Наиболее опасен ожог тем, что он может быть причиной развития тяжелейшего осложнения, которое называется ожоговой болезнью. Это очень серьезная болезнь, которая несет в себе, с одной стороны, реакцию на травму ожоговую, а с другой стороны, реакцию на вторичное инфицирование, потому что ожоговая поверхность – это замечательная и благодатная среда для микробов. И выводить ребенка уже из ожоговой болезни приходится в отделениях реанимационных. Когда нам следует обратиться за медицинской помощью, и об этом нужно помнить. Первое. Если площадь ожога, даже при том, что ожог первой или второй степени, более 1%, то есть больше площади ладошки вашего малыша. Второе. Если это ожог, который вовлекает кожу лица, шею и верхнюю часть туловища. Почему? Потому что при таком ожоге мы всегда подозреваем термическую травму дыхательных путей. Следующее. Если ожог происходит в зоне гениталий, а такое иногда случается, мы знаем, ребенок может на себя перевернуть чашку с горячей жидкостью, и чаще всего она как раз падает у сидящего ребенка в зону гениталий. Так вот, ожог в зоне гениталий, неважно нам какой степени, требует оказания специализированной медицинской помощи. Вы должны понимать, что ожоги больше первой степени, то есть если мы уже видим пузыри или пузыри
отторглись, лопнули. Или мы видим обугленную поверхность, а такое часто бывает при попадании горящих маслянистых жидкостей, например, горящее масло со сковородки на одежду. Это все случаи, когда необходимо немедленное обращение за медицинской помощью в специализированные стационары. Оказание помощи детям с ожогами термическими и ожогами химическими поверхности кожи в Одессе оказывают в ожоговых центрах. У нас есть ожоговый центр в больнице Водников, у нас есть ожоговый центр в 10-й городской клинической больнице, поэтому немедля ребенка с ожоговой травмой необходимо доставить в ближайший ожоговый центр. И пару слов буквально скажу о химических ожогах поверхности кожи. Химические ожоги – это травма кожи, которая возникает при воздействии химических агрессивных жидкостей. Это могут быть либо агрессивные кислоты, либо агрессивные щелочи. В отличие от ожога термического, охлаждать ожог химически не принципиально. Наша задача в первую очередь – уменьшить воздействие химического агента. Первое, что мы делаем – промакиваем место ожога. Второе – обильно промываем его холодной водой, просто проточной водой из-под крана. Третье, что мы делаем – это обращаемся за помощью в специализированный ожоговый, в том числе, центр для оказания помощи малышам. Спасибо вам за внимание и надеюсь, что эта информация будет вам полезна, но в жизни, надеюсь, никогда не пригодится.